И, конечно же, хотелось бы подвести итоги прошедших соревнований. Сразу скажу, что со мной играл самарский мой коллега Денис Плешаков, который занял 26 место. Я занял 47 место. И, конечно, немножко меня это опечалило, но я знал то, что плохо подготовлен, и тренировок в последнее время, к сожалению, было, прямо скажем, маловато. По самим соревнованиям стоит отметить, во-первых, хорошую подготовку различных регионов. То есть команды, которые приезжали, они были довольно сильные. Скорость мяча, как вы видели на других моих видео с этих соревнований, довольно быстрая. И реакция у игроков у всех очень быстрая. Мне, конечно, приходилось довольно туго порой отбивать мячи. Вот. Хочется отметить то, что в нашей команде были два прекрасных человека. Также это тренер Алексей Полозников и сопровождающий Дмитрий Чугунов, которые нам помогали преодолевать какие-то небольшие трудности и заминки. И просто хорошо мы с ними вместе провели эти прекрасные несколько дней. Волонтеры молодцы. Они помогали незрячим, то есть я наблюдал в течение этих соревнований. Да, если возникали какие-то трудности в сопровождении, то есть они помогали находить нужные объекты, нужные комнаты. И поэтому передаю им также большой привет в этом видео. Вот. В целом, организация довольно хорошая. То есть какие-то люди жаловались на питание. Сразу отмечу стоимость, да, 500 рублей. 500 рублей, это как бы сейчас сходить в магазин, мы с вами прекрасно понимаем, какие ценники. И, конечно, в эти 500 рублей было вложено здесь довольно много. То есть это и первое, разные супы, питание, да, хорошее. То есть второе тоже, это и, там, и картошка, и макароны, и вместе с этими макаронами, там, и котлеты, и мясо разных видов. Причем я специально это отмечаю, потому что были у людей вопросы на данном соревновании по поводу питания, то есть кто-то был немножко недоволен. Как бы с своей стороны хочется отметить, что меня устраивает, да и думаю, за всю команду стоит сказать, что в принципе нас всех устраивает условия. И, конечно, будут звать в Челябинск, обязательно приеду в Челябинск. Единственное, жалко, не удалось посмотреть на сам город, то есть не удалось съездить куда-то, может быть, в музеи, может быть, в какие-то еще такие интересные места, которые есть в этом городе. И как бы вот оценить, может быть, доступность каких-то объектов для незрячих. А так, в целом, все круто. Надеюсь, я не утомил всех нудным описанием. Так что ставьте лайки, делитесь этим видео. И до новых встреч!